Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндер. И сегодня мы продолжаем игру Биошок. Я немножечко переехал, чтобы видеть патроны. Но это чисто не для меня, это для вас, разумеется. Если кому-то это вообще нужно. У нас в прошлый раз что? Зданию надо было скрафтить какую-то препарат Лазаря. Но на него надо было очень много всякого барахла, которое я, к сожалению, потратил еще в самом начале, точнее, уже под самый конец уровня. Кстати, у меня был вот такой интересный вопрос. Здесь же я могу расставить способности. Почему я не могу здесь оружие расставлять, как мне надо, по порядку? Ну вот, по порядку же они идут, как мне надо. А вот это я не могу. К сожалению. Может быть, кстати, огнемет протестировать. Он какой у меня? На семерке? Во. Напалм есть. Напалм. Какая кнопка у нас меняет пули? Я забыл. R. Нет. E. Q. Q, да. Жидкий азот, значит, есть. И электрический гель. Напалм — это понятно, огнемет. Жидкий азот, мне вот интересно. Так. Сколько у меня аптечек? 7 из 9. Пойдет. Кофе тут есть. Взлом, да? Пока все отлично. Значит, где вот эта штука? Конвектор, конвектор. Конфигектор. Вот он здесь где-то должен быть. Тут все, короче, просто я упустил эту нить. Вот он. Конвектор. Конвертер. Да, универсальный конвертер. Надо, я взломал его, он мне по дешевке сделал все на один. То есть теперь мне надо... это есть? Пипетки какие-то и бутылки. Я знаю, где это добыть. Точнее, я надеюсь, что там это есть. Мы идем не сюда, потому что нас сюда не пустят. Мы идем вот сюда. Продуктовый рынок. Надеюсь, никто не помешает. Ух, черт. А. Мы правильно идем? Ну. В частности. Да. Обыскать? Нет, это не то. Пологие холмы. Аркадия велика. Но тут большей частью поля. Большая часть поля. Если ищешь что-то конкретное, на-на-на, я опять пропукал. Да не успеваю, я путаюсь. 7 частей, смотри, 7 частей говорит. Хотя мне по 6 надо только. Чё ты говорил, еще раз скажи. Аркадия велика, но тут большей частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Я так и хотел, вообще-то, умник. Девочек я, кстати, обеих спас. Никого же нет? Вроде никого нет. Здорово! Нет, этого надо грохнуть. Ох ты! Все. Гопник нелегальный убит. Смотри, все равно чуть-чуть мешает веб-камера. Сейчас я ее смещу, короче. А звук пропал, это не страшненько. Вот так вот. Все. Для полной красоты, так сказать. У меня даже оружие стало невидимым и раскаленным. Я задыхаюсь. Доллары. Так. О, вот это мне надо, давай. Как раз проблемы были с этими пульками. Вот сколько ни ходи, они все равно где-нибудь-то появляются, эти мрази. Извиняюсь за выражение. Я сейчас про врагов. И, кстати, я вот здесь не ходил. Я сейчас просто этот... Тупо решил проверить. И, как видите, повезло. Никого. Никого. Это не тайная комната случаем?
Хуй пойми, короче. Ага. Кто там? Да, я правильно. Здорово. Сука, ну я почти его убил, а. Огненный козел. Успел. Новый уровень будет? Нет. Нет еще. Вот он. Здорово. Да пофиг мне, что он сфоткан. Я еще могу его сфоткать. Я не заметил, куда он переместился. Ты куда ушел? Козлина. Алло, а ну вылазь. Я не туда побежал, собака. Не надо было вот сюда зайти, а я вышел случайно. Ладно, последний раз фоткаю его и грохану. Это ты ведь? Нет, этот кто другой. Рози? Как понять, чё за Рози? Какая Рози? Рози? Подожди, это же мистер Бабблс. Какая Рози? То есть, подожди. Блять, ты не можешь его грохнуть, что ли? Сука. Ебаш. Ты вообще позорище нахуй. А, ты ее убил. Забирай свои слова назад. Короче, что я хотел? То есть, подожди. Мистер Бабблс это с пилой, а Рози это значит с этим, с пушкой вот этой, да? Ну, получается, что так. Кстати, хилку прям издалека видать. Просто вот. Так, давай-ка вот так лучше сделаю. Сломаю систему, ладно. Все, лечимся. Спасибо. Бесплатное лечение. Так. Вот здесь зайти надо. Вон туда. Правильно? Правильно. А что такое? А, закрыта станция усовершенствования оружия. Понял. Смотри, все открылось. Только именно после того, когда я этот ключ нашел. Материнский инстинкт. Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Ушпица я не вижу чудовищ. А родственные души, эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие, материнский инстинкт. Что-то моргало, кстати. Что-то моргало. Как будто что-то здесь валялось. Ценное. А если снять костюм с мистера Бабблса, кто под ним будет? Marketplace. Так, сейчас я скриншотик сделаю. На всякий пожарный. Все. Че? Аркадий, место каникул в восторге. Труп. Ни то, ни другое, короче. Ладно. Ух, тешься. Ой. Так. Тупик, да? То есть я на новый уровень перехожу. Блин, я думал, здесь просто надо будет рынок осмотреть и все подобрать, то, что мне надо. Флешбеки поймал. Я не знаю, а, что это. Это, возможно, все-таки он... Мне кажется, вот, веришь, нет?
то, что он сюда здесь раньше был. Просто ему стерли память и типа вытащили его отсюда. Спасли. Но он каким-то образом по воле судьбы сюда вернулся. И потихонечку вспоминает что-то. Ну а как это еще объяснить? Плюс на рынок. Погнали. Будем резать, будем бить. Все равно я буду водить. 11 минут, нормально. Надеюсь, рынок не огромный. Очень надеюсь. Что там? Отзаебись. Ну, в принципе, лучше вот так идти сразу. Ну, короче, вот. Где-то вот до сюда, вот так вот изучить. Вот так пойти, все посмотреть. И сюда пойти. Ну, короче, понятно. Разберемся. Фонарика нет, сука. Пауки по-любому здесь будут. Сохраняемся. Продуктовый рынок. Ну, слушай, красиво выглядят деревья. Их специально так поставили? Вот этот звук вас бесить, наверное, будет постоянно. О, один образец энзима есть. Джулия, еле хочешь проводить время с моими пчелами? Если точнее. Что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я... Понял. Понял. Если хочешь проводить время с моими пчелами, что ж, мне придется брать себе деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты топчешься рядом с моими ульями, я уже две ошибки нашел в этом монологе. Ты возьмусь за ружье. Что же до твоего вопроса? Да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учили в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. Так. Пневмотруба. Кстати, если тут ничего нет, и я пытаюсь... Если тут ничего нет, я пытаюсь обновить. Все равно ничего не будет. Ну, погнали. Кстати, получается, энзим это мед? Пипетки. Камера. Ага. Они сражаются между собой. Это мне на руку. Сфоткаю сразу, сколько могу. Кстати... Блять, ушел. С кем они сражаются? Его убило. Да, не выебывайся. Мне доллара не надо так-то. Ага, вижу. Ага. Ну, в смысле? Вот она. Ломать. О, давай, пофигу. Попробуем. Повезло. Значит, что делаем? Вот так делаем. Это мне время выиграет какое-то. Делаем. Так, так. Так. И еще мне надо... Только не говори, что здесь нету так... Вот она. Все, погнали. Отлично. Защищай меня. Это мне не надо. Зараза. Инъекции Евы, мины. Надо их, кстати, тратить как-то. Но на кого и на что? Я где? Понял. Так сначала тут маляюсь. Мясо гнилое. Камера же меня не видит отсюда. Да?
Ага, попалась. Заебись. И пленка. То, что надо. Эй! Эй, блин, зря я это сделал. В прошлый раз было лучше. Сыр, кстати. Лесни... Ебать, это тыкву, что ли? Нормальный урожай. Совместные усилия. Дети с их длинными иглами, бессмысленными песнями, их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что ж, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна. Мы все за нее тянули, а она тянула нас. И все же эти дети — сущее проклятие. Однако не я один тянул за цепь, породившую их. Нет, их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом. Это Эндрю Райан говорит. То есть он все-таки кается в содеянном. То, что случилось... Блять. То, что случилось с детьми. Он в этом кается, получается. Ага. Так. Все нахуй. Надо было сразу так сделать. А ящик патронов, что он делает? Просто интересно. Так, взломать сейф. Автовлом. Что здесь у нас? Сколочный гранат против... Берем. Я все же не взял. Азот больше не лезет. Ладно. Огнеметом надо воспользоваться, попробовать. $1. Охереть. Что так, что это к $1 дает? Это что, колбаса? Нихера, какая огромная. У нас такого не продают. Че за... дискриминация. Вот это колбаса, я пон... чипсики. Вот это я понимаю, колбаса. Так, подожди, здесь есть проход. Это чё? Труп? Тут, оказывается, есть коридорчики. Это кто? Кто-то топает, но кто? И звук такой, как будто идет сверху, а не снизу. Хотя сверху не может. Опа. Так, скажи. Ты кто? Иди-ка в жопу. Крашеный черт. Кто меня стреляет? Или точнее? Ух, бляха, напугала. Опа, подожди-ка. Комментарий разработчиков и одна сестричка есть здесь. Я уже заблудился в этих катакомбах. Веришь, нет? Реально заблудился. Блять. Блять. Ага. Открой дверь. Еще немного продержаться осталось. Да, блядь, что происходит? Все. Офигеть, я их тут прострелял. Даже музыка, смотри, какая особая пошла. Жесть. Никогда меня так не зажимали в одном углу. Не, ну ты смотри, выжил, выдержал, прикинь. Выдержал. Не сдох. Аптечки, правда, пришлось две потратить, ну. Факт в том, что я затащил. Дай-ка вот так. О, нормально. Пленка. Я заблудился уже в этих катакомбах. Я думал, здесь все наоборот. Мутант стрелок. А че он какой этот? Страшный стал.
кругами, короче, вот это все изучаю. Торговый автомат. Одно куплю. То есть они надеются, что я на этом рынке найду что-то. А я тут ничего нужного мне не нахожу. Да, взлом попробуем. Так, тихо. Блять. Вот, все, задержал. Поток. Вот так. Нет, стоп. Что я сделал? Во. Да в смысле ты не меняешься? Во. Ух, так. Берем. Все, что есть тут. С дробовика, кстати, тоже одно удовольствие стрелять. По зданию вообще вот мало нашел. Мало. Ничего почти, а локацию половины еще нет, ладно. Молчу. Иногда мне кажется, что лучше... Опа, это чё? Холодильник? Тут ничего нет. Ладно, пошли отсюда. Так, давай сосредоточимся. Здесь был? Иду сюда. Еще надо будет Бабблса завалить. Маг-мутант. Пофигу. Мертв, не мертв. Ну блин, только один раз могу сфоткать. Да. Хлорофилл берется, короче говоря. Ты кто у нас? Ну-ка, попробуйте сжечь. Блять, ты серьезно? О, что это? Дистиллированная вода. Разбавленное вино. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципу. В этой жалкой забегаловке Уорли начал разбавлять свое отвратительное вино водой. Когда я его в этом обвинил, он мне заявил: «Пьер, не волнуйся, вода дистиллированная. Могло быть хуже. Я мог ее черпать прямиком из океана». Это, блядь. То есть он не отрицал, но при этом еще и этот... ехидничал. Кстати, огнем я слегка задел, и он сразу сдох. Тот чибрик. Ну вот этот чибрик. Напал! Я вроде чуть-чуть в него потратил, а столько получил взамен. Представляешь, как много? Так. Дальше я пока не пойду. Я еще здесь не этот. Ни этого, ни того. Куда это место? А, понял. Да, все, я понял. В принципе, тут все изучено в этой области. Че это было? Я как будто сфоткать мог. Мистер Бабблс какой-то поврежденный. Походу его кто-то... Или это не он такой? Это же мистер Бабблс, да? Как тебя зовут? А, сестричку тоже можно фоткать. Маленькая сестричка, небольшое увлечение максимального здоровья и Евы. Да ладно. И их тоже можно изучать? Вообще не ожидал. Все? Еще? Четвертый раз уже фоткаю ее. Все, походу. Да, ее больше нельзя. А вот его можно. Так, короче. Я, конечно, все понимаю. Но ее, короче, я не убил, стреляя в него. Все, давай, отдыхай. Не волнуйся, это безболезненная операция.
80 дама. Что-то задание какое-то еще. Ты спас меня, типа. Ладно, давай. Так, короче, наверху в этой части все, внизу вот тут остался. Да, вот в этой нижней части остался только. У вас достаточно компонентов, чтобы изготовить предмет. Нет, нифига. Канал Ева 2. Что делать? Аптечка первой помощи дает вам большое количество Евы. Большое количество. Пока не могу поставить, извини. Тут даже нету автомата с девочками. В смысле этот. В смысле улучшиться нету. Автомат. Столько ламп валяется. Первоклассные яблоки. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Так. А, нет. Убил? Убил. Вот так вот. Против осколочных гранат. Давай теперь мины лучше. Как мины поменять, я забыл. Вот. Еще один Bubbles. Нифига, это что было сейчас? А, я же его изучил полностью. Или нет? Зачем я их изучаю? Эх, вы! Деятели, блин. Смотри, прячется специально за ним. Козел, а какой? Специально за ним прячется. Иди сюда. Я угощу тебя свинцом. Бля, как я так промахиваюсь? У меня, кстати, пули все уже заканчиваются. Вроде с оружием бегал, и нифига. Черт такой, а? Я когда-нибудь алкоголиком в этой игре стану. Ну, здесь столько вина вот этого. Нет. Сколько хожу, я только по одной вещичке нашел, и все. Стой, инъектор. Алкоголь. Я же говорил, алкоголиком стану в этой игре. Виноградная водка. О, нормально. Вот это подгон подгонов. Роботов можно было тут отключить, а я тупил. Ладно, уже поздно о чем-либо жалеть. Так, я могу взломать и могу ввести код. Но вопрос, где был код? Я здесь еще не встречал ни одной надписи с кодом. Тихо, угомонись. Тут вообще реально код найти? Или только взламывать? Взломать, наверное, будет быстрее, чем код найти. Так. Тут почти все. Первая встреча. Как много записок, а? Сегодня на прогулке я впервые столкнулся с такой парочкой. Он кособокий громила с вонючим гидрокостюме. Она грязнуля в замызганном розовом платьишке. Бледная до зелени. И как-то странно держалась. Так, словно бы родом совсем не отсюда. Нет, я понимаю, что такие люди тоже нужны. Но хотелось бы, чтобы они вели себя хоть чуть-чуть поприличнее. Может, в тот момент именно у него зародилась ненависть к грязнулям. Ну, как это, не аристократам, вот так я скажу. Опять записка. Ненависть. Одна из девочек подошла и села ко мне на колени. Я сталкиваю ее с риском, с криком, пошла вон. Вижу, как у нее изо рта
струйкой течет Адам, густой и зеленый. Грязные волосы падают на глаза. Одежда в лохмотьях. И мертвенный блеск в глазах. Я чувствую ненависть, как никогда в жизни. Горькую обжигающую ярость. Перехватывает дыхание. И вдруг я понимаю, что ненавижу уже не этого ребенка. Ну да. Они превратились в нечто ужасное. 5 пулек. Опа, тихо. Где? А, я же вот не фоткал еще этого чебрика здорового. Сколько у меня осталось? Трофеи Хрози почти всегда есть редкие исследовательские материалы. Серьезно? Это кто? Это маг, да? Стоп, подожди, еще раз. Ага, попал. Я не ожидал, что он... Ну, блин, я натуре не ожидал, что так будет. Я думал, он как-то этот сопротивляться начнет. Так, короче. Блять, он ушел. Он в натуре ушел. Так, надо пульки поменять, пульки поменять надо. Взрывная картечь нужна. Вау, ох ты зараза. Пофигу. Не понял нифига. Ну, именно в том плане, что как я его с одной пули грохнул, если до этого не мог. Ну, вот редкие материалы подают. Все, короче. А, тут баллон еще был. Короче, он подорвался вдвойне. В принципе, это моя, если что. Короче, вот это место... Вот эти два места изучаем, и все. Заканчиваем выпуск. Вот и все. А неужели они думали настолько, что я настолько этот косой, чтобы не увидеть то, что тут стоят ловушки? Я просто не понимаю банальности их действий. Пустой инъектор. Как раз клей нужен. Все по 7, все по 7. Я по 7 накоплю, но за 6 сделаю. Я же не дурак. Все, и последнее. Я пароль не нашел. Ни в каких записках даже. Так что я взламываю. И все. Делов-то. Так, ОПШ. Энергетический гель. Напалм. Деньги. Аптечка. Берем. Все. Ну, как-то так. И, правда, я ни одного скриншота даже... А, вот. Чуть не забыл. Ни одного скриншота не сделал. Хотя, давай... у меня есть идея. Вот так. Хочу совместить это с магазином. Нафиг вы шумите. Да еще с граблями хотела на меня напасть. Я вообще в шоке от таких индивидов. Индивидуумов.
Ага. Сейчас, пару секунд. Последнего убрать. А, я, блядь, забыл. А, ну... Нифига. Это было близко. Короче, теперь мне бабблсов выгодно убивать. В плане материалов. Странно то, что этот топливо не сгорает. Ну и вот так, короче, сфоткаю сейчас. Бери ключ, пожалуйста. Спасибо. Да... Все, короче, благодарю всех, кто смотрел это видео. Желаю всем хорошего дня. Ставьте лайки, кому оно понравилось. Пишите свои комментарии, я их люблю читать. Также подписывайтесь на канал, кто впервые тут. С вами был Дэрил Виндер. Всем пока.